Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сегодня передо мной находится устройство Samsung Galaxy Tab S8 Plus, и я покажу вам, как на данном устройстве поменять скорость при ускоренной видеосъемке. Итак, для этого мы переходим в камеру, и здесь внизу нажимаем на «Еще». Здесь у нас будет гиперлапс, то есть наша ускоренная видеосъемка. Здесь с правой стороны в такой панельке у нас есть такой кружочек с буковкой А. Это значит, что скорость сейчас установлена автоматически, но также можно выбрать ускоренную в 5 раз, в 10 раз, в 15, в 30, в 60. И также на ночную съемку тоже можно выбрать. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.